Есть защита. Ольга Сузовцева.
Решена. Екатерина Андреянова. Ольга Суздальцева. Екатерина Андреянова. Анастасия Кузнецова. Анастасия Кузнецова. Ангелина Зубова. Анастасия Кузнецова. Иван Седова. Скажи, вернулся, тяжело. Я сейчас вернулся, посмотрел.
Сюда у Милана. Сегодня упорно борьбы победили спередили физеры наши соревнования. В российском турнире по тяжелой атлетике памяти олимпийского чемпиона Евгения Минаева в своей категории до 65 кг. Третье место занял с результатом 157 кг. Кузнецова Анастасия. Второе место заняла Седова Милана с результатом 161 кг. И первое место заняла мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата Европы Яна Кондрашова с результатом 235 кг. В категории 75 кг. Второе место заняла Сульцевцева Ольга с результатом 142 кг. Первое место заняла с результатом 180 кг Зубова Ангелина, город Тверь.
Весовой категории плюс 75 килограммов. Третье место занял Артур Секун Алина с результатом 80 килограммов. Второе место заняла Андреянова Екатерина с результатом 135 килограммов. Первое место заняла мастер спорта Щегурова Наталья с результатом 203 килограмма. Подводим итоги областных соревнований. Весовой категории 69 килограммов. Третье место заняла Кузнецова Анастасия. Второе место заняла Седова Милан с результатом 161 килограмм. И первым местом чемпиона Московской области стала Яна Кондрашова. Весовой категории 75 килограммов. Второе место заняла Сузинцева Ольга. Первое место чемпионата области Московской заняла Зубова Ангелина с результатом 180 килограммов. Весовой категории 75 килограммов. Третье место занял Фатикон Алина с результатом 80 килограммов. Второе место занял Андреянова Екатерина. И первое место занял Щегурова Наталья с результатом 203 килограмма. И подведены итоги командных соревнований среди девушек. С результатом 99 очков третье место занял дружная команда города Клина. Второе место заняла команда города Видное с результатом 103 очка. И первое место заняла команда города Люберцы с результатом 109 очков.